На этот семейный праздник Юлия Зыбина приехала вместе с сыном Матвеем. Маленький сын с радостью помогает маме. Мы решили под окошками посадить, чтобы наблюдать за растениями. Может быть, ухаживать за ними будем. Комплекс, конечно, очень нравится, очень здорово. И месторасположение хорошее, и сам в себе такой яркий, планировки квартир удобные. Я сегодня создал с мамой деревья и посадил сеть. Игровая зона уже готова принять своих маленьких посетителей. Дети и родители смогли оценить силовые тренажеры, качели и карусели. Мы потихонечку прогрессируем в своих детских площадках. Мы выбираем каждый раз все новые и новые элементы. Мы выбираем те элементы, которые являются на сегодняшний момент самыми прогрессивными, самыми новыми. Но, как правило, новые, только переработанные, хорошо забытые старые. Поэтому те качели, которые здесь есть, мы изготавливали сами. То есть это наше производство. Они нам нравятся. Ну и, судя по всему, людям тоже очень нравится, потому что на них все качаются. Пихты, кустарники, сосны. Они украсят детскую площадку и зеленую зону у подъездов. Игорь и Светлана Кураксины купили квартиру в семейном квартале Петра и Февронии на Солочинском шоссе для дочери. Она закончит вуз и приедет в свое жилье. И планировка классная, конечно. Хотя сам дом красивый, место нас все устроило. Поначалу все ближе к центру. Но понравился район, понравился дом. Понравился, как капитал строит. Семейный квартал Петра и Февронии на Солочинском шоссе относится к сегменту инновационного жилья. Во всех квартирах представлены планировки Smart 2.0, то есть умные планировки, и отделка White Box, и ни одного бесполезного квадратного метра. Капитал проектирует большие кухни, гостиные, поэтому вся семья может проводить как можно больше времени вместе. В жизни каждого мужчины необходимо построить дом, посадить деревья, воспитать своих детей. И вот сегодня мы делаем часть этого, причем большую часть. Дом построен, сегодня посадим деревья. Все будет очень хорошо. Мы начинаем новый круг жизни. В этом доме появятся новые счастливые семьи, новые веселые детские голоса. Благоустройство площадки у дома на этом не заканчивается. На свободной от застройки территории будут созданы спортивные зоны для детей и взрослых, хоккейная коробка, поле для игр с мячом, уличные тренажеры, а также детские площадки и парк с прогулочными дорожками. На закрытой территории комплекса будет функционировать круглосуточное видеонаблюдение, что обеспечит повышенный уровень безопасности жилья. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».